Двух медведей заметили около аэропорта в Игарке. Косолапые пришли туда ночью и недолго бродили по территории. Местные шутят, что хищники хотели улететь в места потеплее. Это уже шестой случай только за август, когда медведи выходят к людям. Всего пару дней назад косолапых заметили в Норильске. Там они пробежались по трассе, а после разворошили мусорные баки. В Курагинском районе на хищника набрели грибники. Медведь напал на мужчин. К счастью, у одного из них было ружье. Косолапого застрелили. Как отмечают специалисты, чаще всего хищники выходят к населенным пунктам или на трассы в поисках еды. Единственный способ их отвадить – не прикармливать и не держать открытыми баки с отходами. Но если вы в лесу, то лучшая защита – компания и голос. Если все же вы встретили в лесу медведя, постарайтесь собраться в полную группу. Если есть возможность подняться на какую-то возвышенность, ну, такие вещи, как камень, деревья, группа деревьев, произвести как можно больше шумов. Если есть возможность, разожгите огонь.